Единороссы провели своеобразную работу над предвыборными ошибками. На региональном политсовете подвели итоги кампании 2010. «Единая Россия» получила большинство мандатов ЗАГС Собрания, но недочеты в подготовке ко дню трех десяток все-таки были. К примеру, не удалось добиться, чтобы все рядовые партийцы стали агитаторами. Также не всем штабам хватило грамотных политтехнологов. Поступали жалобы и от электората, в частности, на чересчур навязчивую рекламу. Мы рано стартовали в избирательной кампании. Помните, в июне месяце уже появилась фоновая агитация. И она в конце как раз и надоела избирателям, о чем они нам говорили. Мы это тоже учтем. Надо вовремя стартовать и вовремя финишировать.